каждый из нас мог оказаться на этом месте. Мы все помним, это самое главное. Когда мы собираемся там ребятами, мы начинаем вспоминать того или иного игрока, с кем мы когда-либо играли. Это и есть память. Самое главное, что все ребята, которые сейчас играют, все знают и все помнят. Для нас это, для спортсменов вообще, для хоккеистов, это огромная трагедия потерять друзей, партнеров, для родителей, для жен, для детей. Очень тяжело, конечно, говорить. Вот поэтому такие фильмы нужны. Не только мы, все болельщики, которые знали эту команду и всегда о ней помнили.